Где я? Карагане. Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Черный Металл в игре Risen. Ну-ка, посмотрим, что здесь. Кольцо, Грок. Вкратце, игра немного напоминает Готику. Где-то вторую. Вот где-то в таком вот периоде, не первую, именно вторую. Я начальную заставку вам показал, то, что вы понимали, что здесь произошло, так как на русской локализации почему-то с диска не считывается. Какая-то ошибка происходит на начальной заставке. Да, для этой игры мне пришлось, честно говоря, купить диск. Это вторая, честно говоря, игра, которая у меня крутится в CD-роме. Забавная, блин, идея, ну да ладно. В Steam русской локализации нету. Хотя должна быть, ну да ладно. Нет так нет, на нет и сюда. Давайте пособираем, что у нас здесь есть. Этот первого лица-то я могу сделать или нет? Господи, почему я прическу не могу сделать нормальную тебе? Вот так вот. Золотая монетка. Чё-чё-чё. Понял. Чё ещё здесь выкинуло? Так, плавать ты умеешь, интересно или нет? Так, чего у меня с настройками? Давайте-ка посмотрим. Так, параметры. Высокое, выключено, качество, икра. Ага, сохранение здесь понятно, как делается. Понял. Ладненько. Что-то я больше ничего интересного не вижу. Давайте по трупам пошаримся. Мертв. Селедка. Это у нас что, дубинка, золотая монетка. Эй, ты в порядке? Ну, парень. Да-да. Но кажется, что я выпила половину океана. Ты помнишь, что случилось? Только того странного человека из Инквизиции. А потом шторм, он вел корабль прямо на него. А потом пропал. Видимо, корабль пошел ко дну, а нас выкинуло на берег. Похоже, что тем бедолагам повезло меньше, чем нам. Есть идеи, где мы? Нет. На другом острове, наверное. Нам надо убираться с этого пляжа. Крушение может привлечь мародеров, а они не церемонятся с выжившими. Нам понадобится оружие. Как ты думаешь, сможешь оглядеться, посмотреть, не вынесли прилив что-нибудь полезное? Ветку, палку. Все лучше, чем ничего, верно? Я останусь здесь и посмотрю, не осталось ли еще выживших. Так, ладно. Понятно, зачем мне дубинка, хотя несложно было догадаться. Так, ладно, дубинка. Необходимая сила 10 из 5. Как тут махать? Ага, блок. Махаем. Ну да, немножко напоминает Готику. Ну, правда, тут ускоренный бег бы как-нибудь. Давайте попробуем птичку зарубить. Получится или нет. Привет, птичка. Злая какая гадость. Чё, есть? Чё-то мне начинает казаться... Может, оружие надо спрятать? Ага. То есть надо спрятать оружие. Сырая. Ну, такая не кислая курочка была, я вам скажу. Интересно. Назовем его страусом. Угу. Так, ракушки, ракушки. А с ракушками что делать можно? Кольцо. Алхимия. Что у нас здесь еще имеется? Мидия. 3 золота. Хорошая стоит. Работа. Ага. Несложно догадаться, что если на них нажать, можно жемчуг получить. Ладненько. Ага, вот еще одна мидия. Так, мидии надо собирать. Умер. Да ну.
Моллюск. Ага, понятно. Значит, мидию разобрать могу, моллюска нет. Я не очень силен в океанарии, так что разницу между мидией и моллюском не очень улавливаю, уж сорян. Так, ладно, птичку залупили, похавать взяли. И ХП тут не регенерируется, понятненько. Давайте яблочко схаваем. Так, дубинка, кольцо. Зелье сколько восстанавливает? 75. У меня и ХП-то хоть как статы посмотреть. Давайте КЦ попробуем. О, ну да. Несложно догадаться. С. Что у нас тут? Магия кристаллов. Огненный шар, ледяное копье, владение оружием, меч, топор, немц. Алхимия, кузнечное дело, рунная магия. А очень, я говорю, она сильно напоминает готику. Также здесь еще я установил специальный ребаланс мод для переделки немного алхимии оружия. Потому что я что-то почитал по форуму. Очень как-то жалуются люди, что игра немного кривовата в плане цен. Так, ну, а это получается все, ясно. Так, ограничения по весу я здесь вроде не наблюдаю. Угу. Ну и порядок. Ладно, давайте пробежимся, посмотрим хоть что да как. Пошли. Я готов. Пошли. Самое подходящее время. Где-то здесь должна быть тропа, ведущая вглубь острова. Давай найдем ее. Осторожнее. За деревьями что-то шевелится. Готовься. Доставай оружие. Что? Где шевелится? Я вот не вижу, что-то где-то тут шевелилось. Вот карты нету. Так жалко, как не... Воу, привет, птичка. Ага. Что еще тут шевелится в кустах? Так, это вторая птичка была. Сырая курятина. Мне интересно, правда, есть здесь есть... респаун существ, было бы неплохо. Я что-то сомневаюсь. Сделана эта игра, насколько я помню, польскими разрабами. Это как раз перед Ведьмаком они что ли ее делали. Потом уже Ведьмак, насколько я понял, пошел. В общем-то хотели переплюнуть готику. Куда я сейчас бегу, а? Кто мне скажет? Ладно, побежали. О, ржавый меч. Что еще? Угу. Давайте-ка поэкипируемся получше. Урон 5, урон 10. Ну, несложно догадаться. Малый щит. Так, а есть что хотя бы нацепить на себя? Угу, шас. Магия разная. И он медленнее начал бегать по ходу дела. Так, один секретик нашел. Чудно. Вот карта-то хоть есть? Нет, карты нет, карты области тоже. Фигово, что нету. Так.
Ну-ка. Воу. Это что за нафиг? Я что-то не очень, знаешь ли. Это что за фиг, за дикобраз был? Так, грибочек. Ладно. Молодец, глотнул. Должно быть, его привлек запах тел на берегу. По крайней мере, теперь у нас есть немного мяса. Нам понадобится огонь или печь. Да я сам чуть мясом не стал. Мне приходится питаться крысами, я не ем их сырыми. Если найдем сковородку, можем его пожарить. Жареное мясо восстанавливает энергию, даже если это всего лишь крыса. Еще бы нам не помешали лекарственные растения. Возможно, здесь что-нибудь подобное растет. Посматривай по сторонам. Ой, ладно. Я промолчу. Так, что-то нашли. Собственно, если бы я меч не взял, меня тут укайтахали. Это точно. Эй-яй-яй-яй. Так, погоди-ка. А зелье здесь быстрый слот не положишь. Фигово. Так, где-то вокруг этого чупакабрика должны быть лекарственные растения. Чудно. А, нашел. Так, а здесь что такое? Забавно, здесь я вроде не ползал. Ух ты ж, твою налево. О, с двух ударов. Так, я надеюсь, в игре эта девушка бессмертна. Как он называется? Голодный морской гриф. Ну, на грифа немножко, конечно, похоже. Ну ладно. Что у нас здесь есть интересного? Так. Факел. Утонул. Охотничий нож. О, урон 12. Факел, монетка. Еще монета. Плавание проверить пока не буду. Страхово. Так. После Two World плавать как-то не хочу учить, знаете ли. Насчет серии сразу скажу, я их снимаю немного наперед, это примерно на полмесяца получается. Постараюсь просто сейчас немного снять серии наперед и Two World, там я вроде модик нашел один классный. С ними экспериментирую, точнее я три мода нашел. Сейчас с ними эксперименты закончу и возможно параллельно поснимаю. Серии по резину скорее всего четверг-пятница буду выпускать. Вроде их как редактировать так не надо сильно. Но пока я устал, честно говоря, от проб с Two World, так что надо как-то расслабиться, хотя бы в игре, которая немножко чуть-чуть попроще. Да и к тому же я в эту игру толком не играл. Мне тогда, к сожалению, не было времени, было много работы. Я помню, я скачал еще пиратку. И поиграл. Значит, стимовской рецензии, кому интересно, попробуйте найти на этом, на Яндекс.Маркете, диск с нормальной локализацией. Там лучше поможет. Собственно, что я и сделал. Ага. То есть дубинка вторая выросла. Угу. То есть обратите внимание, здесь я был, насколько я понял. То есть меня здесь пришибло. Я сейчас пришел, взял вторую дубинку. Она что-нибудь стоит? Ага, стоит. Это любопытно. Дубинки здесь по сути бесконечные. У них прочность есть или нет?
Давайте-ка пробежимся еще. Мне даже любопытно это стало. Может, еще раз появится? Ладно, я думаю, сюда смогу вернуться один пень. Давайте хотя бы костер, что ли, найдем. Да ёшкин ты, матрёшкин, да откуда вы там берётесь? Я не до конца, если честно, понимаю. Походу, здесь животные респятся. Хотя это все, блин, больно странно. Болотниковые друады, что ли? Чего? Чуть такой вообще? Бали. Голов друида. Тьфу ты, блин. Да. Пора очки покупать. С пятерными, блин, линзами. Так, а вот этот песик мне не нравится. Песик, песик, где ты был? Осторожно. Отличная работа. Фу, даже дыхание, блин, задержал. Боялся, меня он сейчас сожрет. Зубы. Золото 10. А, мод пытался я также установить еще. Решил ракушки пособирать. И волку покормить заодно. Так. А здесь у нас был я или нет? Ну, что-то мне кажется, что здесь есть респаун животных. Это будет неплохо. Если честно. Ну вот фигово, что с мечом бегаешь и не видишь никаких растений, всего остального. Это как-то даже удручает немного. У меня даже компаса толком нету. Точнее, компас есть, только толку от него нету. Так, мне... О, лечебное растение. Это хорошо. Что же здесь? Я надеюсь, это мадемуазель Бусмертна. Видишь факелы? Тут должны быть люди неподалеку. Думаешь, нам надо двигаться в сторону факелов? Я и думаю. Эй, не смешите. А факел можно спереть? Нет. Волка я увидел. Лады. Это как-то было опасно, я вам скажу. Так, лечебное растение. Зеленый лист. Мана плюс 20. Мана, очки здоровья. Так. Ну, ладно. Надеюсь, еще одного волка я выдержу. Но как-то мне это не нравится уже. То есть, два удара и я труп. А он еще, гад, вокруг меня скочит. Автонаведение, кстати, здесь отключено на цель, так что вам придется мышкой. А, ну это у меня отключено. У вас оно не будет отключено. Автонаведение на цель я убрал здесь тоже в патче. Уж, по-моему, это... Какая-то эта пещера странная. Пойдем куда-нибудь в другое место, пожалуйста. Тут что-то не так. Нет, я туда точно не пойду. Ты права, тут что-то не так. Что-то там скрипит костями по ходу дела. И очень хочет поскрипеть моими костями. О, день уже наступил. Блин, надо было дня дождаться.
Ага, дикобразик. Дикий дикобраз. Осторожно! Ох, ёшкин ты кот! Назад. И все. Такс. Ну что ж, я могу сказать вам, дорогие друзья. ЕХП надо держать по фулочке. Угу. Плюс 20. Схавал? Молодец. Давайте-ка этого дикообраза в этот раз напрямую будем бить сразу. А я вот что-то нифига. Ё-моё, это опасно. Нафиг. Я чувствую, придется сохраняться перед каждым противником такими путями. Капец какой-то. Так, ягодка. О, зелье. Монетка. Здесь автосохранение каждые 20 минут идет, так что более-менее, я смотрю, вроде как норм. Так, прекрасно. Еще и землетрясение для полного счастья. Чего мне для жизни не хватает? Смотри, это дом. И вдобавок заброшенный. Интересно, что тут произошло? Что-то выгнало отсюда жителей. Что бы это ни было, мне оно уже не нравится. Давай осмотримся. Можем найти что-нибудь полезное. Ты загляни внутрь, а я снаружи покараулю. Позову тебя, если еще крысы появятся. Пожалуйста, больше не надо. Одной хватает вполне. Так, сырое мясо. Сесть могу? Ну да, прототип готики. И это сел, да? Эй, а как встать-то? Ага, понятно. Правым щелчком мыши. Мята. Кошачья мята. Так, здесь надо, походу, алхимию изучать или хотя бы какую-нибудь броньку, блин. А здесь у нас что? Пока никого не вижу, это хорошо. Ну и что на этом пеньке? А, так я на пеньке еще могу посидеть. Ну класс, везде могу посидеть. Сначала посидеть, а потом посидеть. Так, что у нас здесь? Золото. 15 монеток, зелье маны, шляпа, пикси, пила. Пила. А, простите, зачем мне, блин, пила? Угу. Ну ладно, побегаем с таким кинжальчиком. Что-то я ступил, надо было его сразу взять. Что, больше ничего интересного нет, что ли? Да ну нафиг. Ладно. А чего-нибудь вкусного еще? Что за звук был? Так, стул, хлеб. Кто же может научить меня вскрывать замки? Горок. Кровать. О, ключик. Ну-ка. Это хорошо. Так, что есть? О, сковородка. Молоко.
Ё-моё, вода. 5 монеток еще. Так, ну сковородка, я могу предположить, что требуется для жарки мясца. Может взять метлу, уборкой заняться. Мята еще. А это у нас что? Ровным счетом ничего. О! Здоров, друган. Так, убили. Угу. Немножко насчет атаки я начинаю понимать. Но если 2-3 противника, то мне хана в любом случае. Как бы я тут не выпендривался. Так, отскочить тут как-нибудь можно? Ага. Лево-право, он может резко скакать. Это хорошо. 2 раза влево, 2 раза вправо. Это он быстро делает отпрыги. То есть здесь еще и деревья скрипят. Забавненько. А ну-ка пробежимся по кругу. Итак, у нас есть огонь. Куриная грудка. Куриная ножка. Давайте-ка 2 штучки пожарим. Ага, ну да. Интересно довольно-таки. Пока у вас нет сковородки, походу. Неплохо. Куриная ножка. Ну-ка, сколько она добавляет? Какая разница? Тут плюс 10. Плюс 10. Ага. Понятненько. Жареное мясо еще могу распожарить. Что-то я как-то... А, нет, это то, что я могу сразу сделать, да? Жареная рыба ману восстанавливает. А, ладно. Ну, если мана это интеллект, то логично. В рыбе фосфор содержится. Неплохо пахнет. Блин, я уже сам ей захотел. Да ешкин ты кот. Похоже, в этом доме давно уже никого нет. Я нашел только запертый сундук. Но если у тебя нет ключа или таланта вскрывать замки, этот сундук так и останется запертым. Я смог открыть сундук в доме. Нашел что-нибудь полезное? Только сковородку. Остальное просто хлам. Ну, по крайней мере, теперь мы можем поджарить мясо. Я бы не отказалась от жареного мяса сейчас. Будем считать, что это говядина. Думаю, ты тоже не прочь поесть. Слушай, я тебе могу метлу дать. Бери, садись, лети. У меня тут... Так, тут больше ни черта нету, да? Че, мне ее мясом, что ли, угостить? А. Вот тебе жареное мясо. До тех пор, пока не начнешь задумываться, чем оно было при жизни. А это неплохо. Ладно. Нам нужно продвигаться внутрь материка. Слушай, я сожалею, но мне действительно необходим отдых. Эта буря меня истощила. У меня кончились все силы. Я отдохну тут немного. Да ради бога. Ладно. Я вернусь за тобой, когда буду знать немного больше об этом месте. Не беспокойся за меня. И соблюдай осторожность. К северу отсюда есть тропа. Похоже, что она ведет вглубь материка. Может быть, там есть какое-нибудь поселение? А, ну да, это все сделано чисто как готики. Первая глава, вторая, третья. Ну, ничего удивительного. Ну что ж, дорогие друзья. Первую главу вступительную мы закончили. Как бы... Мощность противников 3 удара от одного, и вы труп. И то они бьют, смотрю, рядочком бьют. Довольно-таки нехило. С 2 противниками я уже фиг справлюсь. Хотя, если попрыгать, поскакать, может получится. Ну что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии просто оставляйте под видео на ютубе. Это была игра Ризинг. С вами был Черный Металл. Всем удачи, дорогие друзья. Всем пока. Ну, солнце здесь, конечно, опад. Ладненько.